История евреев во Франции связана с евреями и еврейскими общинами во Франции, которые существовали, по крайней мере, с раннего Средневековья. Франция была центром еврейского обучения в середине века, а происхождение и прошлое известных личностей всегда интересует их поклонников. Вот почему еврейский пульт рассказывает о интересных личностях. Шалом, меня зовут Лена Музык, и герой нашего выпуска – франко-израильская певица Яэль Наим. Она проснулась знаменитой, когда ее песня «New Soul» зазвучала в рекламе ультрапортативного ноутбука MacBook Air компании Apple. Успех этой композиции сделал ее первой израильской исполнительницей, вошедшей в горячую десятку в США. Яэль Наим родилась 6 февраля 1978 года в Париже в семье тунисских евреев. В возрасте 4 лет она вместе со своей семьей переехала в Израиль, где и провела остаток детства. Примечательно, что даже будучи в армии, Наим была солисткой армейского оркестра воздушных сил. Профессиональная карьера певицы началась для Эль с мюзикла «Le Disco Mandement», а в 2001 году уже вышел ее первый сольный альбом «In Man's Womb». И, кстати, записала Наим свой альбом в Лос-Анджелесе при участии французского гитариста и композитора Камиля Рустама. Позднее певица начала работу с перкуссионистом Дэвидом Донатье, и вместе они записали 13 ее песен, устроив студию в парижской квартире Наим. А в 2007 году вышел альбом «Яэль Наим», который и был составлен из этих треков. Песни Наим, записанные на французском, английском и иврите, вызвали настоящий восторг у публики, хвалили альбом и критики, и уже через неделю альбом занял 11-ю строчку французского альбом-чарта. Стиль Наим характеризовали как микс джаза и фолка, а ее характерный, намеренно хрипловатый голос стал очень узнаваемым. Но настоящий успех пришел к Яэль Наим в начале 2008 года, когда ее песня «New Soul» была задействована в компании Apple в рекламе лэптопа MacBook Air. И, кстати, композицию это выбрал сам Стив Джобс. После запуска рекламной кампании песня вошла в американский чарт Billboard Hot 100. В середине февраля композиция «New Soul» разместилась на 9-й строчке чарта, тем самым попав в первую десятку и сделав Яэль Наим первым израильским исполнителем, когда-либо в эту десятку попадавшим. Впрочем, и это было еще не пиком успеха. Наивысшим рекордом песни стала 7-я строчка в чарте. Помимо любви публики, Яэль Наим не занимайте знаков официального признания. На ее счету две награды главного музыкального конкурса Франции «Victoire de la Musique». Альбом 2007 года был признан лучшим в категории «Musique du Monde». В 2011 году Яэль Наим была объявлена на музыкальных победах лучшей французской певицей года, а в 2013 из рук тогдашнего министра культуры Франции Ариэль Филиппе исполнительница получила награду кавалера Ордена искусств и литературы. Внушительный список регалий не избавил Яэль Наим от рефлексии, сомнений и душевных мучений. Этим сомнениям, собственному малодушию и трусости посвящена ее новая песня «Coward». С вами была Лена Музык. Увидимся через неделю.